На конкурс дети читают стихи. Читает ученица 1 А класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 4 города Рассказово. Иванова Анастасия. Воспоминания фронтовика. Уходят годы фронтовые, в седую даль былых времен, а с ними битвы огневые, как самый страшный в жизни сон. Мы помним все, что с нами было, как враг вначале нас стеснил. Сражались днями и ночами, и час возмездию пробил. С фашистов спесь впервые сбили мы в жаркой битве под Москвой. Тогда и мифах похоронили с его фальшивою молвой. Нам не забыть тот смерч ревущий, что с Волги бег свой начинал, когда в атаке душу рвущий солдат «Ура!» на смерть кричал. Он шел с мечом стальным на запад, громя фашистов все зверье. Их всех заставили мы драпать обратно в логово свое. Берлин мы штурмом смело взяли той самой памятной весной, когда цветы ее пылали огнем любви и красотой. В него входили не с цепями, чтобы в них поверженных держать, чтобы всех людей простых друзьями с открытым сердцем называть. От обороны Сталинграда и Ленинграда на Неве пришли с победой мы к параду на Красной площади в Москве.